поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов, с вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Поздравляю, Петя. Евгений.
директора Ярослава. Ой, таких добрых детей я еще не видела, как Ярослав. Всегда заступится за всех, всегда поможет, всегда и парты подвинуть, и где-то куда. Всегда в первых рядах, умничка, молодец. Такой добрый, невозможно, я отзывчивая. Первый в келью. Ребятки наши постарались. А сейчас мы хотим исполнить частушки для наших родителей. Там частушки. Так, выходим быстрее. Так, полукругом, ребята, устройте, чтобы всем места хватило. Вас тут много. Сейчас я вам скажу. Надо рами залить.
Яшка. А кого так говорили в сказке? Кто автор сказки? Из чего было сделано? Сказка «Снегурочка». Да, это сказка «Снегурочка». Кто автор этой сказки «Снегурочка»? Народ. Народ. И из чего была сделана «Снегурочка»? Из снега.
доктора в добре. Лечит он больных зверей, всех излечит. Сердит добрый доктор Айболит. Хорошо, бейте его. Как это называется? Да, компания закончится.
Громче сделай, пока я не достаю. Да, еще. На максимум сделай. Начало реки называется исток. Это место, с которого начинается постоянное течение воды в русле. Истоком часто является родник, болото, озеро или ледник. Как называется главный город страны? Правильный ответ – столица. В каждом государстве есть своя столица. На карте она обозначена самой крупной точкой. Как называется сторона света? География сторона света – это одно из четырех основных направлений. На карте мы увидим северный верху, юг внизу, запад слева и восток справа. Как называется государство Прибалтики? Это Эстония, государство, расположенное в Северной Европе. На северо-восточном побережье Балтийского моря, омываемое водами Финского и Рижского залива. На востоке граничит с Россией, на юге с Латвией. На севере в Финском заливе проходит морская граница с Финляндией. На севере и западе омывается водами Балтийского моря. Назови имя мореплавателя, открывшего Америку. Христофор Колумб – испанский мореплаватель, в 1492 году открывший для европейцев Америку. Именно экспедиции Колумба впервые сделали сведения о землях на Западе всеобщим достоянием и положили начало колонизации Америки европейцами. Как называется героический город Приморья? Севастополь! Я туда ехала. Я прыгнула. Город Герой Севастополь – мостная крепость юга России. Главный база – Севастополь. Молодец! Оставайся с нами и отдавай дальше. Девочки, правда?
ковер. Да, ковер это море у нас. Да. Нам нужно по кочкам. На коврике насыпаем только на кочке. Если вы наступите, значит вы поняли. Это столов. Да, островок. Мы будем бабочек спасать. Будем бабочек спасать. Да. Все. Собираем. Добегаем сюда. Катя наступил. Берем бабочку, ложим. Добегаем до следующего участника команды, задеваем его, и он сюда кладем бабочку корзинскую назад. Классно, утонул уже 250 раз. Катя за собой. Ребята, немножко упростим. Обратно корзинка в руке, кочки в руке. Кому? Стоп, мы делаем. Нет. Раз иголка, два иголка, будет елочка. Саша, ты за это будет песенка, вместе весело шагать. Дружно поем! Конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать, над нами благодать, над нами благодать.